Привет. Громко. Привет, привет. А вас как зовут? Вероника. Лалли. Вы откуда? Отсюда. Отлично. А, смотрите, расскажите про свой любимый фильм, который вам нравится. Фильм? Да. У меня нет любимого фильма, но вот последний, который я смотрела в день тишины. Что я смотрела? Честная куртизанка. О, куртизанка. А не против, если такие вопросы, связанные с куртизанкой, задам? Давай. А как считаешь, почему некоторые девушки стесняются, либо не делают минет? Наверное, не хотят. Либо у них есть какой-то с этим негативный опыт, я не знаю. Может быть, они из маленького города, в котором там отсосать это было что-то очень стрёмное. Угу. Так, а ты как считаешь насчет этого? Я делаю, как я хочу, это зависит вообще от ситуации. Если я не хочу, я ничего не буду делать. Отлично. А есть что-то такое, что бы хотели попробовать вообще в жизни? Ты все про секс? Нет, ну можно про секс. Давайте на вопросы. Минет, а что еще хотите попробовать? И ты такой думаешь, а, я, кажется, попробовала все, да? Я хочу, ну вот новую страну каждые 2 месяца пробовать. Это очень двусмысленно звучит. Смотри, как считаешь, кто самый горячий мужчина? Ты много путешествовал? Да. Как считаешь, что самое горячее? Латинская Америка. Почему именно они? Само говорит за себя. Ну, они просто такой горячий вайп, и они относятся очень уважительно к женщинам, и в то же время у них есть своя чувственная эмоциональность. Русским мужчинам еще до нее расти, к сожалению. Так, ну давай 3 пункта, которые надо потянуть русским мужчинам. Внешний вид. Да, true story. Слушай, а как оцениваешь мой внешний вид? А тебе не видно. Да, ты же прячешься за вспышкой. Внешний вид, но я не знаю, ты подкачанный. Так, давай я подлогу всему. Так, давай пока посидим. Ну, нормально. Ок. Нормально? Так, да. Да, пойдет. Так, внешний вид, а еще... Внешний вид, манеры, ну, со своей реверансы, ну, больше, а то, как мужчина более проявляется. Широкий майндсет и широкий кругозор. Хотя, если здесь на Бали смотреть, то русские мужчины, здесь очень даже много таких, ну, развитых, нормальных. И последний момент, русские мужчины очень избалованы, потому что вот был этот период, когда мужчин было мало, когда вот эти войны, сейчас войны и так далее. И есть такое, что много красивых женщин русских, а мужчин мало, и они считают, что все вокруг них должны вертеться, а это противоестественно. В Европе все наоборот, поэтому там каждая женщина там, ну, как-то больше ценится, что ли. Mm-hmm. А смотри, а что выберешь, поцелуй мне или шлепок по попе тебе? Не то, это ты нарушаешь мои личные границы, это что? Так, а ты? Мне интересно, куда вообще приведет это интервью. Знаешь, этот разговор, а что ты любишь, кокос или там, я не знаю, что-нибудь? Минет или шлепок по попе? Да.